Усаживаемся на колени, подгибаем пальчики и тазом вниз. Садимся. Не очень удобная поза, но зато очень классная для того, чтобы выпустить все эмоции. Злость, плохие эмоции отпускаем. На глубоком вдохе выравниваем спину, сосредотачиваемся на дыхании. И если что-то будет беспокоить, все это выбрасываем, выкидываем. С пальцами все будет хорошо, не волнуйтесь. Здесь мы уходим от плохих эмоций. Это отличное упражнение. На вдохе выходим, на выдохе усаживаем ноги. Если у вас получится, приподнимаем колени. И переходим в позицию на четвереньки. Вдох вверх, выдох, вдох, выдох, вдох, кошка-корова, выдох, вдох, выдох, на выдохе подтягиваем живот полностью, вдох, прогиб, выдох, изгиб. Можно покачаться из стороны в сторону, чувствуя свою спину, пространство между лопатками. Правая нога назад, левая рука вперед. Голова смотрит вниз, взглядом вниз. Растягиваемся. Шея, продолжение позвоночника. На выдохе исходное положение на колени, вдох вверх. Открываем грудную клетку. Смотрим в потолок. На выдохе усаживаемся, руки к груди. Руки в замок, на вдохе открываем грудь, поднимаемся, прогиб. И на выдохе уходим в позу ребенка. Руки как можно выше, дальше. У кого-то получится прикоснуться к полу, у кого-то нет. На вдохе вверх, грудь открыта. И четвереньки. Левая нога назад. Правая рука вперед. Смотрим вниз. Тянемся. Правой рукой тянем себя вперед. Левой ногой тянем себя назад. Дышим. На выдохе. Исходное положение. Снова подкручиваем пальцы ног. И вдох. Вверх. Руки в замок. Потянулись. Вправо потянулись, влево потянулись. На выдохе руки снова в замок, подбородок груди, растягиваем шею. Спину сохраняем ровной, подбородок тянем груди, руки тянем вниз, плечи вниз. Выходим. Адда Мукха Шванасана. Пальцы рук широко расставлены, ноги могут быть подсогнуты. Уводим работу в ноги, не пережимаем межлопатное пространство. Дышим глубоко, пупок подтягиваем. И волнообразная планка. Вдох, выдох назад. С круглой спиной вдох, выдох назад. Округляем спину, вдох, выдох назад. Округляем спину, вдох, планка, выдох, чатуранга, вдох, урдва мука кобра, выдох, адда Мукха Шванасана. Подтягиваем живот, дыхание глубокое. Правая нога вверх. Правую ногу сгибаем в колени, открываем бедро. Коленом тянемся вверх в потолок. Снова вверх. Закрываем бедро. Немножко другое растяжение. И правая нога
идет вперед на начало коврика. Поднимаемся в высокий выпад силой ног. Вдох. Держим. Дышим. Бедра собраны. Вытягиваемся через макушку головы вверх. Руки заводим в замок. Вдыхаем. Открываем грудь. Открываем на все сердце. И на выдохе либо в параллель с полом, либо вниз. В идеале голова к стопе. Плечи далеко от ушей. Я показываю на видео разные варианты. Выбирайте свой на сегодня. Вдох вверх. Открылись, посмотрели вверх. И выдох еще раз. Повторно опускаемся. Силой ног. Ноги — это корни наши. Вдох вверх. И руки переводим вверх. Высокий выпад. Просаживаемся в ногах. Проводим руки вперед. Левая рука в пол. Правая рука вверх. Скручивание. Ноги сильные. Настолько сильные, что руки мы можем оторвать от пола. На вдохе уходим в правую сторону. Скрутились. На выдохе прогиб. Небольшой. И отсюда скручивание. Левый локоть за правое колено. Руки соединяем на мосты, на дыхании. Вытягиваем корпус вперед и смотрим за заднее плечо. Бедра стараемся держать в одной линии. Кому нужно, выравниваем руки и верхнюю руку проводим вперед. Дышим. На вдохе опять поднимаемся в скручивание, переводим себя в высокий выпад. И на выдохе правая нога вверх. Адда Мукха Шванасана и виньяса на трех точках. Можете представить, как получится. Вдох вверх, выдох через пальчики назад. Левая сторона. Левая нога вверх. Левую ногу сгибаем в колени. Открываем бедро, плечи в одной линии. Левая нога вверх, закрыли бедро. И левая нога отсюда шагает вперед на начало коврика. Кто не дошагивает, подтягивайте. Низкий выпад, силой ног толкаемся в высокий выпад, руки вверх, просаживаемся в ногах, дышим, бедра собранные. Отсюда руки в замок, вдыхаем, открываем грудь в потолок, смотрим туда же. И на выдохе опускаемся либо в параллель с полом, либо вниз, как это делаю я на видео. Ну, в идеале голова к стопе. Плечами не касаемся левого колена. Плечи в одной линии. Очень важно соблюдать это правило. Задняя нога работает. На вдохе поднимаемся вверх еще раз. Вдохнули, открыли грудную клетку. И на выдохе опустились. Вдох вверх. Руки вверх. И здесь уходим, проводим руки вперед, правая рука вниз, левая рука вверх, поднимаемся в скручивание. Ноги такие сильные, что вы можете правую руку оторвать от пола легко. И на вдохе скручиваемся к правой ноге, к левой ноге. На выдохе наклон назад, небольшой.
Отсюда уходим в скручивание. Правый локоть за левое колено, руки в намасте, вытягиваемся корпусом вперед, смотрим за заднее плечо, ногами проседаем вниз, живот подтянут, дыхание есть, не задерживаем. Кому нужно, распрямляем руки. Это более глубокая скрутка, поэтому остаемся в своем варианте, который удобен сегодня. Поднимаемся, уходим в скручивание к левой ноге, высокий выпад и левая нога вверх. И виньяса на трех точках, можно левую ногу приставить к правой, просто сделать чатурангу. Вдох Урдва Мукха Шванасана, выдох Адха Мукха Шванасана. И волнообразная планка. Снова ведем кругленной спиной. Вперед. Планка. Выдох назад. Адха Мукха. С кругленной спиной. Планка. Выдох назад. Адха Мукха Шванасана. Подпрыгиваем или подходим на начало коврика. Вдох. Потянулись вперед. Выдох, сложились. На вдохе поднимаемся. Руки вверх. На выдохе руки в сторону. Вдох вверх. Выдох. Через позу стула просаживаемся. На выдохе ведем живот к бедрам. Руки вытягиваем, стараемся руки выше головы. Выдох, руки ставим в пол. Отходим, бакасана, колени к подмышкам, либо коленями залазим чуть выше локтей. Удерживаем бакасану. У кого получается, выпрямляем руки, у кого пока не получается, согните локти, залезьте коленями чуть выше локтей, переведите вес вперед, как в чатуранге. На выдохе уходим. Либо выпрыгиваем планка чатуранга, вдох вверх, выдох, Адха Мукха Шванасана назад. Смотрим назад. Работа в ногах, живот подтянут, правая нога вверх, правая нога шагает вперед. Высокий выпад, вдох, силой ног поднимаемся. На выдохе начинаем волнообразное движение, выпрямляем правую ногу, тянемся вперед, загибаем, бедра просели. Опять выравниваем правую, тянемся вперед и опять согнули, вернули вес на заднюю ногу. И еще одна волна вперед на прямой ноге, сгибаем, возвращаем вес на заднюю. Еще раз. И здесь на передней ноге тянемся, можно чуть-чуть подойти задней ногой, если слишком идет перерастяжение. Есть возможность, уходим к ноге. Есть возможность, руки позади заднего бедра. Нет, вы можете удерживать руки на правой ноге, либо на коврике. Ориентируйтесь по растяжке. Проводим руки вперед, Паривритта Триконасана, левая рука на правую ногу. Можно опустить в пол, можно так и оставаться на ноге. Наша задача вытянуться корпусом вперед, развести расстояние между лопатками и растягиваться в ногах, бедра в одной линии. На вдохе поворачиваемся вовнутрь, Прасарита Падатанасана, руки вверх, но здесь как Адха Мукха Шванасана, мы не уходим назад. А мы наоборот тянемся вперед, руками, каждым пальчиком подходим еще и еще вперед. Дыхание глубокое, передняя часть корпуса вытянута. Наклон к правой ноге.
Надо это продышать. Через центр переходим к левой ноге. Выдох. И здесь через центр, руки на талию, поднимаемся вверх. Пальцы левой ноги влево, высокий выпад на левую ногу на этот раз. Разворачиваемся назад, заднюю часть коврика. И опять волнообразное движение. Тянемся на левой ноге, сгибаем ее, переносим вес на заднюю правую. Снова разогнули, потянулись вперед, согнули левую, вес назад. И опять разогнули. Растягиваемся, согнули, вес назад. Разогнули, тянемся. И опускаемся в растяжку. Руки либо к ноге, либо в пол, либо на заднюю правую ногу. Только не на ягодице руки, а именно на заднем бедре. Дышим. На вдохе возвращаемся. Потянулись вперед, Парибхита Триконасана. Правая рука либо в коврик, либо на левую ножку. Корпусом вытянулись вперед. Скручивание бедра в одной линии. Взгляд на верхнюю руку. На вдохе поднимаемся. Прасарита Падатанасана. Здесь можно схватиться либо за пальцы ног изнутри, либо за пятки позади. Вы сами выбираете. Вытянитесь вперед, вытяните переднюю линию корпуса. На выдохе потяните себя ближе к ногам. От пупка до подбородка мы вытянуты, мы не складываемся в животе, мы растягиваемся вниз. Складываемся мы в бедрах. Вес распределен по всей стопе, ноги сильные. На вдохе потянулись вперед, вернулись и на начало коврика. Планка, чатуранга, вдох вверх, выдох назад. Спина прямая. Переводим взгляд вперед, шаг, прыжок на начало коврика. Потянулись, вдохнули, выдохнули, сложились. Танасана. Через позу стула переводим руки вверх. На выдохе левый локоть, правое колено, колени в одной линии, скрутка. Вытянулись всем корпусом вперед, скрутились. Отсюда развели руки, кто может. Раскрылись. Собрались, и левая нога шагает назад. Вдох, выпад. На выдохе правой рукой подлазим под правую ногу. Если можем, руки соединяем за спиной. Нет, значит, беритесь за колено. Сейчас будем шагать левой ногой вперед и поднимать правую. Кто не может этого сделать, поднимайте просто колено. Кто может, сначала надо подняться и по возможности выпрямить ногу. Есть возможность, выпрямляем. Нет, значит, не сегодня. Я показываю, как это делать с коленом. Не сидим на коврике, не ждем, делаем. Есть вариации для всех. И на выдохе опускаем. Потянуться вниз, ложиться, компенсировать это движение. На вдохе вверх и
То же самое будем делать с другой стороной. Поза стула, правый локоть, левое колено, вытянулись корпусом вперед, посмотрели за заднее плечо, колени в одной линии, стопы вросли в пол, кому надо. Выпрямили руки, развели. Дышим, дышим, дышим. Правая нога шагает назад. Высокий выпад. И на выдохе потянулись вперед. Левой рукой подлезли под левую ногу. Если возможно, соединили руки. Нет, значит, шагаем просто вперед. Здесь поднимаем либо левую ногу в замке, либо левое колено. Можно выпрямить? Выпрямляйте. Нет, просто держите левое колено. Разводите бедра, это уже хорошо, это прекрасно. Главное – это работа над собой. Неважно, в каком варианте. И на выдохе опускаемся. Компенсация, вдох. Потянулись вперед. Выдох, сложились. И здесь широкое приседание. У кого пятки не опускаются вниз, разведите просто стопы пошире. На вдохе выпрямили корпус, на выдохе развели колени. На вдохе подняли руки вверх и стараемся сохранять положение коленей. Также их разводим. Хорошо, хорошо, уперевшись стопами в пол. Включая ягодицы в работу. Разводим колени в сторону бедра. Дышим в спину. И на выдохе руки к груди. Опускаемся Баддхасана. Соединяем стопы, округляем спину, потянем ее. Заслужила. И на вдохе выравниваемся. Бедрами сильно давим в пол, делаем вдох, открываем грудную клетку и идем в наклон вперед, складываясь бедрами в бедрах. Сильно-сильно бедрами упираемся в пол. Живот подтянут, мышцы промежности. С каждым выдохом мула банда, удияна банда. На вдохе поднимаемся, левую ногу вверх, выравниваем спину, держим. Кто-то подсогнет ногу, кто-то выровняет, кто-то может использовать ремень для того, чтобы выпрямить. Ставим левую ногу за правое колено, можно перед ним, как я показываю. Правая рука назад. Левая рука назад, правая рука вверх, локоть за колено. Вдохнули, выровнялись, выдохнули, скрутились. Есть возможность, уходим в замок, подлазим. Правой рукой под левое колено и соединяем руки позади, за спиной. Ягодицами твердо упираемся в пол. Это очень важно. Скручивание происходит в спине. И на вдохе выходим. Правая рука вверх, назад. Баддхасана. Чуть-чуть бедрами. Подъехали вперед. Грудную клетку выпрямили. Растяжка. Ушли назад. И будем правую ногу поднимать вверх, выравнивать спину. Надо подсогните.
дышим, мышцы, которые тянутся. Правую ногу ставим за левое колено. Правую руку назад, левую руку вверх. Левую руку за правое колено. Скрутка. Есть возможность делать и замок. Выдох, выходим. Навасана. Спина прямая, ноги как хотите. Могут быть согнутые в коленях, могут быть ровными. Но спина должна быть прямая. Дышим. Опускаемся вниз. Нижняя навасана. Не укладываемся еще на пол. Ноги, ну пальцы большие. Ног приблизительно на уровне лица. Держим это все прессом. Держим. Скоро будет шавасана. Укладываемся. Финальная релаксация. Спасибо. Намасте.